этого действия. Посмотрим, как оно развернется. И я, наверное, такой, с таким посылом, как всегда, какая-то речь готовится. Ну, я скажу сейчас коротко. Каждому из вас желаю ощутить состояние здесь. Такое короткое, но оно всем-всем понятно. Попробуйте себе сказать, вот я буду передавать вот эту звездочку по кругу, когда вы будете представляться. Я счастье. Вот из этого состояния будьте здесь. Вот этого я вам здесь и пожелаю. Поэтому я Евгения в роду Ткаченко, творческий мой псевдоним Ясная. Я счастлива. Как-то неожиданно. Я рада всех приветствовать. Знаете, меня зовут Ольга, всем знакомы. Так было приятно обняться. Ой, сердцами увидеть любимые глаза, ощутить. Да, слышение это мое, да, все. Ощутить теплые объятия. Танцевать с вами. И знаете, сегодня у меня состояние радости. Я Ольга, и я рада. Ты что здесь будешь делать? Представила. Да.